Фух, наконец-то мы вышли. Ага, в такси было так плохо. Где ты вообще это такси взял? Да на. Первое такси взял, что тебе вообще не так, а? Понятно. В следующий раз буду стараться заказывать такси. Какой заказывать такси? Все равно там у каждого этих дешевых такси такие эти условия. Я никогда, кстати, не катался на люксовском такси. Интересно, они вообще существуют? Существуют. Просто тебе, наверное, денег не хватит на то, чтобы покататься на люкс такси. Понятно. Опа, кто это ко мне зашел? Здравствуйте, у вас же там есть работенка, за которую вы даете деньги, правильно? Правильно. Давайте познакомимся. Меня зовут Юрий Максимович. Меня Луис. Точнее, Луис Румикаса, да. Румикаса, знакомая фамилия. Я Джеймс. Эдинаен. Джеймс Эдинаен. Где ты видел эту фамилию? Итак, раз уж вы сюда пришли работать, то у меня есть для вас задание. Зачем вам надо научиться стрелять? Я был в армии, поэтому мне не надо учиться стрелять. Я уже умею. А мне надо, я не был в армии. Ну, как бы я там был. Или не был. Да нет, там не был. Или был. Блин, склероз. Джеймс, не уходи. Ты лучше пойди вон в ту сторону. Зачем? Там есть тир. Не переживай, я тебя в лес не отведу. Понятно, я пошел. А ты, Луис, ты должен приехать на Уэлтот-стрит. Там ты в один из переулков. Там ты найдешь кучу людей. Ну, или одного человека. Точно не помню уже. И проведи с ним сделку. Дай ему вот эти деньги. Хорошие деньги. Если что, я тебе заплачу даже дороже этих денег. Самое главное, чтобы они мне отдали машину, которая будет набитана очень сильно хорошим для меня грузом. Важным. Понятно. Зачем мне надо было учиться стрелять? Ну, просто хотел, чтобы вы вместе с Джеймсом кое-что сделали. Ну, раз уж Джеймс умеет стрелять, то тогда он пошел это учиться. Ну, и как бы, ну, как бы, просто я тебе дал другое задание. А пока что ты выполняй это задание, а возможно, когда-нибудь ты выполнишь другое. Ничего не понятно, но очень сильно интересно. Ладно, я пошел. Опять это тупое такси. Вот и эта машина. Что ж, наверное, этот человек как раз мне и нужен. Здравствуйте. Здравствуйте. Это же важно состояться сделка на вот эту машину. Да, у меня. Хорошо. А там точно есть товар? Точно. Только для начала мне нужно узнать у вас. У вас есть деньги? Да, есть. Вы от Юрия? От Юрия Василия Максимовича? Да, от Юрия Максимовича. Вы должны быть. Да, я от Юрия Максимовича. Что ж, вот вам деньги. Спасибо. А возьми ключи дайте. Ключи, говорите? Хорошо, вот вам они. Хорошо, спасибо большое. А ну стоять, скотина! Пуф! А что? Ой! Черт, пистолет! Пуф! Ой! Ай! Ай, живот! Ах ты ж!
Скорее, мне надо уходить. Машину. Уже я в машине. О, это эта машина. Ко мне сюда. Ой, что вам надо? Я это посланник Юрия Максимовича. Машину вон туда загоняй. Окей. Хотя стой, я тебе что-то не сильно доверяю. Лучше дай мне ключи, и я сам заведу. На, ключи. Хм, спасибо. Фух. Я, наверное, лучше пойду к Юрию. Какая прелесть. Что это у вас в руках, Юрий Максимович? Это браслет. Ну, как браслет, кольцо с бриллиантами, прикинь. Прикидываю. Ну, только на нем какой-то черт взял, украл один бриллиант. Я эту работу доверил своему, так сказать, должнику Джону. Ну, или не Джона. Ну, короче, Джона, скорее всего, я не помню его имя. У меня работников много, я никого уже не помню. Ахахахаха, смешно. Ну и в общем-то, я ему доверил эту работинку, он мне достал это кольцо. И заодно убил еще моих, так сказать, недоброжелателей. Очень интересно. Так что, вы мне заплатите деньги? Ну, знаешь, я тебе заплачу, только меньше, чем я обещал. Как это? В смысле? Ну, я ожидал эту работу другому чублику, то есть тому Джону или не Джону. Ну и как бы, ну, ты должен сам понимать. Хорошо, давайте мне деньги. На тебя вот тут вот 10 тысяч. Думаю, сделку тебе хорошо получилось провести. И, в принципе, тебе эта сумма нормально. Так сделку сорвали, мне пришлось стыдяться со всеми. А, да, но все равно сумму это не меняют. На тебе 10 тысяч. 10 тысяч. Офигеть! Я смогу прокатиться в такси люкса! Ура! У-ху-ху! Странный какой-то. Такси люкса говорит. Что это вообще такое? Уха! Уха! 10 тысяч! О, мама, мы богаты! Мы богаты! Е-ху-ху!